Всем привет, с вами снова Филранос, мы продолжаем проходить Одиссею. Как я и говорил, ассасином, конечно, у меня язык не поворачивается это назвать. Но игрулька вроде прикольная, вот, в общем. Идем дальше по основному сюжету. Так, сейчас, я так понимаю, нам надо устранить пятерых головорезов циклопа. Вот сначала их всех надо найти. Всем, вроде всем. Ну или хотя бы пока что устраним тех, кого видим. А, кстати, по-моему, уровень качнул в конце. Да. Я хочу взять взгляд Афины. Его тоже можно прокачивать. Легендарный удар ногой. Нужно действовать осторожно. Иди сюда. Ну, иди хватит сюда, ёптать. Так, а чё по врагам? Иди сюда тоже. Всех в этих кустах оставлю. Хватит, не то убью. Следующий. А, это с одного удара не умер? Неожиданно. Кстати, боевочка, мне кажется, поприятнее стала, чем охренеть народ. Резать народ. Чем в Ориджин. Досадно, правда, что у меня снаряг говно. Говна. Я, кстати, управление решил не менять. В принципе, не так тяжело, просто shift вместо альта зажимать надо. Да. Обычно я поручаю грязную работу другим. Может быть, ты знаешь, чем вывести это пятно? А чего ты хотел? Так ты мистия, которую я ищу. Умеешь убивать? Молодец. Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой. Не со мной. На меня. Наемники. Судя по всему, бывшие. Так ты не работаешь на циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище, а о человеке. Ты прибыл издалека. Что тебе нужно? Верно, я не с Кефалинии. Меня привели сюда поиски. Следуй за мной, Кассандра. Ну, любопытно. Кто ты? Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры. Откуда я тебя знаю? Я действовал, как ты. Спросил, не ответил. Кто тебя прислал? Я ценю любознательность. Хорошо, полезно. Ты знаешь больше, чем говоришь. Знать о тебе в моих интересах. А в твоих узнать меня.
У меня украли кое-что и увезли на Итаку. Саван, сотканный Пенелопой. Хочу выкрасть его назад. Ладно. Я берусь. Это будет непросто. Поэтому цена будет высока. Тогда по рукам. В гавани тебя ждет лодка. Возьми. Только не выходи в открытое море. Заберешь саван, встретимся в храме Зевса. Ладно. Да, Мистия. Удачи. Я так понимаю, на соседний остров куда-то сплавать надо. Так, дорогие гости. 4-й левел. А, у меня почти 4-й. Ну, нормально. Так, вор все еще на Кефалине. Они где-то на ее острова. Плыву к дому Одиссея. Они на крохотной дворце лодке. Одиссея. Лучше мне не гневать Посейдона. Ну, управление, в принципе, как в Origin. Тот самый саван. Пенор не обманул. Пенелопы. Пенелопа же как раз, по-моему, и была женой Одиссея. Сколько лет на Кефалине? А я и не знала, что дворец Одиссея находится здесь. Вот, видимо, целиком весь остров Одиссея. Я, правда, думал, что он где-то ближе к Италии. Что-то не так. Просто, ну, кто не знает, Одиссея — это произведение Гомера. Такой же, как Илиада, про Троянскую войну. И типа начинается как раз таки с конца Троянской войны, когда Одиссей, один из командиров греческой армии, решает вернуться домой. Но все идет по одному месту, как обычно, и его путь домой довольно-таки затягивается. Там и со Сциллой что-то он встречается, по-моему. Или это Энеида? Не, по-моему, Одиссей со Сциллой сталкивался. И на остров Циклопа заруливает. И с Цирцеей разбирается, какая там в поросят превращала. Ну, типа, прям... Хоббит туда и обратно. Большое приключение. Вот. Ну и типа... И Троя находилась там, где Турция. И типа, если его остров дал где-то в Греции, то почему... У него были такие большие приключения? Это может... Или я забыл какие-то подробности, либо просто решили сделать... Немножечко проще. Думаю, нам пока лучше избегать. Вопрос, как вот этих устранять? Нет смысла. Наверное. У них можно много чего украсть. Пожалуй, стоит убить конвой или два. Да, точно. Блять, их тут двое. Ну, урон вообще почти не наносится. Офигенно. Я так понимаю, система еще более блядская, чем в этом самом. Чем в Origin. Жесть. Да. Как это пройти? Качай левел. Блин, мне 5-й левел нужен. Там такие прикольные шмоточки. Я думаю, с ними совсем иначе игра пойдет. Ну, я так понимаю, из доната или из платных версий. Вот это вот все. Там, в принципе, что лук прикольный, что шмотки хорошие. Я думаю, меня там и пробивать уже не так сильно будут. И я хотя бы буду посильнее пробивать, чем вот этим, блядь, затупленным клинком. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Ну, блин, а сейчас-то мне как пройти до 5-го уровня? А я и не знала, что дворец Одиссея находится здесь. Или эту качать надо.
Блять, тут еще и Фавос пришел. Или как-то Таос. Где еще тут солдаты? Тут же несколько человек было. Дворец Одиссея. Охереть там народу. А что, теперь там нет никого? Он один? Интересно. Ой, блин. Я думал, он один удар сделает. Блин, я не хочу еще раз ему проиграть. Но лечиться я, походу, тоже не планирую, да? Ну да. Ой, жопа. Счастья, здоровья, ребят. Лезь дальше, мать. Лезь, лезь, лезь. Моя жизнь в твоих руках. Понятно. Да, боевочку усложнили. Учитывая, что у нас теперь нету возможности хиляться, даже хотя бы чуть-чуть. Это грустно. Куда это они-то все лезут-то дружно? Походу, будем долго проходить этот момент. Бля, все четвертые левел, охренеть. Что-то нашли? Не вижу. Либо реально у меня пушка говно-говна, либо здесь еще сильнее ужесточили, что ты можешь драться только с пацанами твоего уровня. Дальше все уже очень тяжело идет. Кто-нибудь нашли? Вряд ли здесь кто-то есть. В Ориджине я постоянно отставал, ну, кроме DLC-шек на уровне, и ничего, нормально более-менее проходилось. Ну, приходилось там пару допок сделать, но не до такой степени. Ну, что-нибудь? Здесь никому. Шевелитесь же, глупцы, ты не скроешься. Ну да, я, сука, даже не нанесу достаточно урона, даже если в голову стрелять. Я тебя не знаю. Ну и ладно. Лишь бы не заметили. Здесь тебе не место, ничтожество. Может, его убивать-то и не надо? Может, надо было выкрасть? Да не, я его не убил, вы чё? Урон вообще мизерный. Так, ну попробуем выкрасть. А вдруг прокатит? Блять, там еще и собака.
А и наемник вообще отсюда, походу, уходить не планирует. Красавчик, красавчик, да. Реально, и как проходить это говно? Мне же лучше. Попробуем выкрасть. В принципе, он там вроде бы как один сидел. По крайней мере, при этой попытке. Жизнь женщины в Спарте. Спартанских девочек обучали гимнастике, музыке, танцам, чтению и письму. Я и вижу. Кассандра стала гимнасткой, музыканткой. Все при ней. А. Надеюсь, меня еще не заметили. А кого они пинают-то? Есть какие-нибудь следы? Ничего, что ты делаешь? Животных в покое. Ладно, оставь скотину. Убийца. Это мои животные. Что сейчас происходит? Ну, мне понравилось, в принципе. Я не понял, что произошло, но почему-то капитан подрался с наемничком. Ну, мне же лучше. Тикаем. Тикаем, 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 тикаем. Бежим, 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 бежим. Боевое копье. Отлично. Пятый уровень. Спасибо. Все на пятом уровне у нас. Так, вернитесь к Элеонору. Ох ты, нихуя. Оу, май. А, мы здесь. Все, вопрос нет, почему Одиссей. Я правильно мыслил. Я думаю, этот остров где-то вот в этой области, а он-то вон где. Да, действительно, ближе к Италии. Ну тогда да. Одиссей получается откуда-то отсюда, из Турции. Слушайте, а карта-то не маленькая. И Северная, и Македония даже есть. Лесбос. О, интересно будет туда сплавать. Насколько я знаю, по легендам, на острове Лесбос жили одни девушки. Отсюда и название пошло. Крит. Что ж, интересненько. Ну, вообще, я смотрел, правда, немного другой момент. Я переместиться-то могу сюда куда-то, нет? Пожалуйста, хоть куда-нибудь. Вообще не хочу плыть сам. Все понятно. Надо было метку открывать орлиную. И статуя Зевса. Так, а чё лодочки-то мои пропали? Моя пропала. Ну, ничего, на их сплаваем.
5 драхм. Замечательно. Тут волны. Ну, вообще, да, что, море. Это в Одиссе там речушка была. Триремыч. Сами. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? На что я надеюсь? Сами все тот же. Кассандра, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, Мисти. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Но деньги заплатил. Ты молодец, Мисти. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Мегариде? Справишься и получишь вдвое больше. А? Что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии. Так далеко, что можешь не вернуться. Полководцы тоже смертны. Да. Что скажешь? Почему я? Тебя там никто не знает. Ты словно тень. Не-не-не, что-то темнит. Кто этот полководец? Его зовут Волк. Он тебе чем-то насолил? Да. Я теряю деньги. Он мешает вести дела. Я берусь. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть? Нет. Если бы был, мы бы сейчас не разговаривали. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найду. Прекрасно. Надеюсь, крепкий. Это почему? Плавать по морю весьма опасно. Грядет война, и волк не на той стороне. Откуда мне знать, что ты на той стороне? Потому что я плачу тебе. Ты не разочаруешься. Как сделаешь все в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников. Саван Пенелопа. О, капюшон. Здесь что, есть капюшон? Что-то новенькое. Но я больше хочу вот этот замечательный шлем, намного лучше броня и доспехи, вообще все. Четвертый. Еще мне нужна лодка. Надо найти корабельщика. Вижу. Опять этот полудурочный тут ходит. Ты чё, он мне сейчас лодку состряпает? Отличный корабль, Телеменис. Кассандра! Так и есть. Корабль для хорошего капитана. Капитана при деньгах. Мне очень нужен корабль.
Каждому на Кефалине нужен корабль или место на нем. Еще бы, такая дыра. Мне ли не знать? Даже если купишь корабль, кто будет грести? Ты? Да я бы отдал левое яйцо, чтобы увидеть это. Это Кефалине. Я всегда смогу найти того, кто готов рискнуть, лишь бы выбраться с этого острова. Моря сейчас опасны. Опаснее обычного. Это самоубийство. Немного от тебя пользы, Телеменис. Не знаю, поможет тебе это или нет, но по слухам, вас с Маркосом ищет циклоп. Малак. Вот уж помог. Он слишком долго держал всю Кефалинию за горло. Думаю, если кто и сможет избавить нас от него, то только ты. Телеменис, а при чем здесь корабль, что мне нужен? Так говорят, корабль циклопа сейчас в заливе Клептос. Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос. Осторожней. Этот одноглазый варвар опасен. Значит, можно взять корабль и расправиться с циклопом. Два зайца одним камнем. Одним глазом. Да, но путь не близкий, правда. Я вот думал, может, на кораблике? Или на лошади. Ну-ка, что нам говорит карта по этому поводу? Тут есть залив, кстати. Давайте на кораблике. Мне кажется, это даже будет быстрее, чем на лошади. Острова Кефалини, а вон то, я так понимаю, Греция, да? По ту сторону, видимо, открытое море. Ой-ой-ой-ой-ой, мы не пройдем. Поворачивай. Если я заплыву дальше, лодка опрокинется. Я понял, в открытом море на мини-лодках лучше не плавать. Только на корабле, на своем. Блин, я думал, тут низкий берег. Ладно, что-то. Пора нам поболтать. Только набежало-то, пацаны. Ну, кстати, да, урон, по-моему, чуть больше наношу. Получается, здесь даже один левел уже решает. Покончить с циклопом, чтобы получить корабль. Боги свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его!
Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп? Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Но ты жирный. То есть большой и сильный. И у тебя, правда, один глаз. Глаз! Отдай! Отдай, я пощажу твоего друга Маркоса! Отдай мне глаз! Отдать? Так возьми! Кажется, у нас проблемы. Так, это левел. Так, пока он красненький, мы его в баню. Ты чё, лучник, что ли? Да, ещё какой-то чёрт. О, здорово, давай с тобой пока подберемся, пока остальные бегают. А, и вы быстро. Оу. Опа, деньги. О, здорово. Да ёб твою мать, ну слезь ты вот туда вниз, отлично. ХП ни хера не осталось. А реально, а как лечиться? Вообще не без вариантов, типа, рассчитывай всю повозку ХП или умри. Или надо апгрейдить какие-то навыки брать. Жопа. Походу сложность надо еще что ли снижать? Не, ну ладно, средненько пройду, но что-то как-то без хилки вообще люто. Надо будет навыки все посмотреть, почитать, какие что дают. Кстати, у меня, по-моему, уровень апнулся, может быть, какой-то навык пикнуть. Значит, можно взять корабль и расправиться с... Серьезно? С одним камнем. Блядь, что за параша? Ебануться. Так, отравляющие удары. Убийца из тени. А есть что-то на отхил-то, нет? Живите, чтобы продолжить бой. Восстанавливаю 25 от максимального здоровья.
Вот эту хуйню надо. Но это опять пятый уровень, пятый левел. Да. А это чё? Более мощный удар нанести, выстрел хищника. Вот это зачем? Ну, двоечка. Короче, у нас все на пятом левеле завязано. А еще мне нравятся вот эти сохранения. В ебенях. А F5 не работает, нет? Ну, просто реально, а как сохраняться-то? Кстати, лошадки немного внешний вид поменял. Но еще не вызывал, ну-ка. О, да. Вот теперь реально коня ляли этого македонского. Буцефаль. Сдохни или умри. Так, ну, во-первых, перезаписали. Так понимаю, это надо перед каждым заданием делать. Офигенная система. Пора нам поболтать. Везде автосохранение обычно, если, ну, меня тут заметят, в начале замеса, будет плохо. Ну, только не здесь. Так, это мы видели. Глазик в жопу. Больше и больше. Сейчас умру. Судя по всему, да. Мне кажется, тут подразумевается, что Лёха, иди сделай пару допочек, качнешь пятый, качнешь нормальный скилл, чтобы отхиливал, хорошие шмотки, и придешь и разъебешь всех просто с первой попытки. Мне что-то кажется, на вот это намек идет. Давайте еще разочек попробуем. Но, по-моему, тут без шансов. Чем больше я бегаю по территории, тем больше народу на меня агрится. Тут наверняка есть охрана. Боги, свидетели, клянусь! Чё ты меня стреляешь? Блин, да ты мать твою! Можно, чтобы его не откидывало от меня вот в такие моменты? Я себе прилетела, два удара, блять, 8 дырок.
О, еще двое, отлично. Пойдем делать допки, манду. Писос. И самое досадное, не дают даже зачистить локацию. То есть можно было бы хотя бы чуть-чуть ее подчистить. Нет, не сегодня. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Согласен. Ну и нахер этого циклопа. Там еще где-то наемник за нами ходит, шароебится. Его тоже, по-моему, на 5-м уровне можно устранить. А где метка-то? Ты чё, волчара, ты чё? А вот точки обзора, кстати, красивые. Чё? Ещё железо, каев. Ну да, тут без шмоток, по-моему, вообще жопа полная, без нормальных. Воу, как-то он... Пятую хпшки сбрил. Где Буцфал? Вперед. Да это тоже, по-моему, нормально по горам лазит. Кстати, я так понимаю, Фобусом в любом случае называют, потому что я когда смотрел, ну, типа, изменения на лошадь, там в любом случае, типа, пишут изменения для Фобуса. Может, конечно, разработчики подзаморочились и от каждого твоего выбора еще и настройки вот эти меняются, но мне почему-то кажется, что вряд ли. Элла. Здравствуйте. Ну как там, Маркус? Как всегда. Не отдал деньги и дал новое поручение. Почему он тобой командует? Я в долгу перед ним. Много лет. А, взяла у него деньги? Не совсем. Мало кто решится приютить беглую воровку. Совсем ребенка. А, я ребенок, и у меня все не так уж плохо. Что ты хотела? Знаешь Каусус? Город на той стороне острова? Что там? В городе ужасная болезнь. Лихорадка. Моя подруга тоже заразилась. Говорят, им могут помочь только боги. Говорила же, я не богиня. Но Икар... Лишь птица.
Все равно ты можешь помочь. Ладно, разберусь с этим. Так, жуткая лихорадка. Это куда нам? А, ну в принципе относительно рядышком. Еще и тут допка есть. Бродячая акула. И вот здесь есть допка, голодные боги. О, давайте вот сюда еще сходим. Там еще рядом какая-то пещера. Вдруг задание прям в ней пройдет. Выглядишь скверно. Думаю, я разгневал их. Богов. Вот как. Убийство? Нечестивость? Что ты? Я поклонялся Гермесу в пещере Драгорати. Там живут боги. В пещере? Они исполняют желания. Нужно просто сделать подношение и попросить что-то взамен. Ах, но Гермес глух к моим мольбам. У меня кончаются деньги и дары. Ведь я не богат. Где же я ошибся? Это ведь Гермес. Тот еще обманщик. О, но в пещере много богов. И всем нужны разные вещи. Сходи, послушай. Я отдам тебе последний дар. Выясни, реальны ли они. Ладно, не бойся, я схожу. О, спасибо. Не забывай, ты ступаешь по священной земле, так что будь осторожна. Это не точно. Зато здесь много железа, я смотрю. Железо тут прямо от души. Я, конечно, не знаю, сколько там надо, но какие-то улучшения. Может, там надо 300. На самом деле, это копейки валяются, но... Будем надеяться, что нет. Здесь дары. И их пытались унести, укрывшись за статуей. Здесь дует. Трещина в стене. Just do it. Здесь бдительные стражники. Да, железо наковырял вроде от души. Ты,
Бой! Бой! Охереть, налетели голубчики. Да идите вы в жопу. Как управляется, это очень херово. Тоже, видимо, надо прокачивать. Никого нет. Да, да, наверное, показалось. Обычная стрела, а что еще потом необычная будет? Ясно, разбойники. Странно, что люди ничего не поняли. А вот и добыча. О, хоть что-то. И на том спасибо. А, ну мы уже 4-й уровень можем носить. Уже немного радует. Наемника. Ну вот да, как в начальных шмотках надо было проходить до этого вот эту вот битву с крутым пацком. Можно попробовать, мне кажется, сейчас туда сходить. Может быть, что-то и получится из всего этого. Ну, правда, еще наголенников нет. Но есть маленькая надежда, что нам сейчас дадут 5-й. Мне нечего предложить, но я нуждаюсь в помощи. Я бедна. 4 детей, все, что у меня есть. Я продаю корзины, но моя повозка сломалась. Как ее починить? Как торговать без нее? Без тебя? Слушаю, дитя Гермеса.
О, славный бог! Молю, помоги! Я услышала тебя! Ты найдешь сокровища у своей двери скоро! Я верила в тебя! Каждый мой рассвет и закат твои! Все, что есть под крышей моего дома в Саме, посвящено тебе! Да, ступай домой и жди вмешательства судьбы! Конечно, конечно! Еще ну, всем раззвонит по всему деньги, поселку. Добыча воров подойдет. Так, я еще с священником не потрещал. Вот это надо завершить. В пещере нет богов, лишь разбойники, что крадут деньги и надежду. Так и знал, воры! Что ж, Зевс не покарает тебя. Может, даже пожалеет? Надеюсь, воры познают его гнев. Они познали мой. Этого должно хватить. На 5 левел нам этого хватит, нет? Пожалуйста. В этот шух, нет, не хватит. Ой, ладненько. Будем думать тогда что-то в следующей серии. Сейчас с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.